Что, друзья, давайте продолжим. Встать. Котенок. Мы еще с тобой увидимся позже. Так. Лифт. Здесь мы смотрели, ничего нет, да? Окей. Так, я думаю, ты увидишь то, что может показаться нереальным. Сосредоточься на своей задаче. Тебе понадобится время, чтобы сориентироваться. Но тебе будет легче, чем всем остальным. А остальные... Я же сказал, ими можно пожертвовать. Они не имеют никакого отношения к твоей задаче. Если они станут тебе мешать, ты знаешь, что делать. Найди и верни Лесли, а все остальное не важно. Да, основная задача наша — это вернуть психически больного паренька Лесли. Такс, что здесь у нас? Так, похоже, какие-то враги у нас здесь. Компьютер. Давайте сначала посмотрим. Так, просто одним глазком взглянем. Что-то здесь у нас. Монитор. Ух ты, сколько трупов-то там. Я надеюсь, они не встанут. Здесь какой-то аппарат. Он нерабочий. Так. Можем что-нибудь сделать? Нет. Здесь стекло, стекло, мы не пройдем. Здесь двери. Не открыть. Понятно. Надо... В любом случае нам нужно подойти к компьютеру, значит. Давайте сделаем это. Так. О! Решеточка, да? Так, что-то взяли. Пожалуйста, проведите подопытного к аппаратуре для создания профиля лица, руки и мозга. Вряд ли мне кто-нибудь в этом поможет. Так, друзья, там загорелся монитор. Давайте-ка подойдем. Профиль лица создан. Он совпадает с деактивированной учетной записью Джули Кидман. Восстанавливаю профиль. Так. Что за звук? Двери, да, открылись? Фу. Так, сохраночки. Что мы здесь имеем? Так. У нас есть проход туда, лестница вниз. И что здесь еще? Что это? Ничего не действует. Ладно. Ух ты, ёж мою мать! Засранец. Фу. Фу-фу-фу-фу-фу. Можно инфаркт получить. Так, ты-то не встанешь, нет? Тихо. Он так лежит, блин, подозрительно. Так.
лестницы ничего нет. Так, здесь у нас закрыто. А нет, открыто, смотрите. Блин. Давайте-ка посмотрим. Может, здесь что-нибудь интересное? Может, какой-нибудь секретик здесь есть? А, нифига. Что-то какая-то... Или ржавчина, или что это? Нет, ничего не сделает. Ну, давайте отправимся сюда. Что, что? Тихо. Что за звук? Не, это нифига не нравится. Чё за фигня? Ух ты ж, ё-моё! Что это было сейчас, а? Уж мать, а. Тихо, спокойно, Кидман, спокойно. Загорается это. Или вот эта вот желтая черточка показывает то, что как бы укрыться можно, типа за укрытие. Я изначально думал, что она показывает опасность, типа врагов там. Вот. Так, давайте. Ух ты ж! Что? Сканирую, пожалуйста, не двигайтесь до окончания процедуры. А, черт. Ты чё, Ух ты ж, ё-моё. Профиль руки создан. Создайте профиль мозга для завершения авторизации. Ай-яй-яй-яй, чё делать-то, чё делать? Жесть. Сюда, что ли? Пик. Жесть. Ух ты! Может, он слепой? Тихо. Так. Давайте подождем. Не, походу он не вернется. А, нет, что-то шуршит, смотрите. Блин. Как-то страхово как-то. Уйо. Ты ж ёшкин кот, а? Так, тихо. Так, сохраночки, отлично. Если нас убьют, то мы начнем отсюда. Так. Ну, походу здесь никого, да? Ой, ё-моё. Тихо. Так. Если она говорит, что он слепой, фонарик, значит, можно не вырубать, да? В принципе. О-о-о.
У кого-то обед. Жесть. Тихо, 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 Кидман, тихо. Это жесть, а? Куда идти-то? Так, я вижу бутылки. Здесь похоже все, да? Здесь больше ничего нету такого. Ну и черт с ним, блин. А как это? Как обойти-то? Если мы пойдем, он нас. Жесть, жесть. Так, что же делать? Чё там? Приманивание врагов. Ну понятно, это. Да, это мы знаем. Так. Чёрт, он сюда идет, нет? Там дырка, я так понимаю, нам туда, да? Как туда попасть? Ух ты ж, ё-моё! Тихо, спокойно, спокойно, без резких движений. Так. Лестница. Отлично. Ох! Мы нашли сундук. Так, отлично. Не сундук, а сейф. Так, и что нам тут делать? Скажите мне на милость. Тикс. Я так понимаю, надо, чтобы все горели, да? Так. Так, стопэ. Стоп. Так. Нет. Да чтоб тебя. Так. Методом тыка, друзья, мы сделали это. Третий фрагмент письма. Отлично. Давайте. Архив. Так, где у нас тут письма? Третий фрагмент. Так-с. Повернуть. Вот так, наверное, да? Что, спускаемся обратно? У нас есть бутылка. Можно тот, который сидит у двери, отвлечь его. Так. Тихо. Надо, чтобы как-то он... Не знаю. Блин.
Как же это сделать? Так, Хитман, да, как-нибудь пониже. Да чтоб... Как-то вот... Не знаю. Получится, нет? А-а-а-а. Ух ты ж, ё-моё, они все туда ломанулись. Давай, 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 быстрее, быстрее, Кидман, Кидман, давай быстрее пролезть. Фу, ес. Ещё? Отлично. Фу, кровище здесь. И какой-то рубильник. Нам уже пофиг, что нажимать, да? Давайте пролезем, посмотрим. Так, отлично, сохраночка. Проходим, проходим. Ух ты ж, ё-моё, а! Быстрее, быстрее, быстрее! Жесть какая-то, они как-то пожелтели, смотрите, быстрее стали носиться. Нифига, он крутится там. Так, 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 так. На шум они. Двери шумят, и они вон беситься начали. Так. Куда нам? Нам? Пипец, а? Какой? Так, так, так. Я за тобой. Тихо. А, давай быстрее открывайся, открывайся. А, жесть, 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 жесть. Давай, 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 давай. Так, еще бутылка, отлично. Блин, вот напряженка, а. Ау. Так, и чё? Нам надо, получается... Тихо, ящик не разбить? Нет? Так, нам, получается, надо на ту сторону. Жесть. Ох ты ж, ё-моё. Тихо, 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 тихо. Успокойтесь там. Ко мне только не иди. Фу. Вот это я сейчас накосячил. Так. Быстрее, 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 быстрее. Так, 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 так. Отлично. Есть. Давай, 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 давай. Чуть-чуть осталось, Кит. Yes. Что здесь у нас бутылка? Фу. Так. И что? Нам просто залезть надо? Или? Да. Жесть, я просто на нервах. Так, отлично, сохраночка. Здесь что?
Ничего не сработало. Так. Еще терминал. Сканирование мозга. Профиль мозга создан. Он совпадает с деактивированной учетной записью Джули Кидман. Причина удаления. Неподчинение приказу. Профиль восстановлен, но данные отправлены на рассмотрение в центр Мебиуса. Неподчинение? Бред какой-то. Ладно, ну их. Зато теперь я смогу открыть те двери. Так, те двери. Какие двери? Так, я понимаю... Теперь, если у нас есть доступ, да, можно сюда пройти. Да, отлично. Так, это лифт, что ли? Или что это? А, мостик. Пустили мостик. А, ну вот, мы вернулись на начало. Отлично. Вернулись на начало и... Так, контрольная точка. Обратно в лифт. Ух ты ж, ё-моё, а! Ай-яй-яй-яй, быстрее, быстрее, быстрее! Вот это жесть, а! Ой-ё! А ты-то здесь откуда взялся? Так. Отсюда мы можем бутылку кинуть, нет? Блин, жесть-то какая. Просто. Такс. Так, я знаю, давайте-ка здесь прям вот бутылочку кинем. Так, эта тварь не слышала. Сделаем вот так. Вылазь, 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 вылазь. Быстрее, 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 быстрее в лифт. Фу. Друзья, мы это сделали. Просто. Тихо, тихо, тихо. Что за фигня? Давай еще, сейчас лифт упадет. Так. Есть, друзья. Теперь можно и сохраниться. Со спокойной душой.